наконец-то стали работать на опережение. В данной связи возбуждаю уголовные дела по определенным персонажам, таким как Коломойский и Аваков. А то мы все вот решаем, вот ситуация случилась, проблема случилась, мы начинаем ее решать. В данном случае мы идем на опережение. И мне кажется, что все-таки когда-то наступит то время, а у нас уже будет дело открыто, следствие открыто. Это абсолютно правомерно. Конечно, подобные вещи происходят нечасто. И другие государства могут признавать или не признавать. Каждая развитая цивилизация имеет право объявлять нон-грата или преступником мирового масштаба любого человека, который запятнал руки кровью, совершил какое-то там страшное там деяние и так далее. Нам не дадут создать трибунал международный по украинскому беспределу. Но мы обязаны были хотя бы с точки зрения политической целесообразности не промолчать. Поэтому объявили в розыск этих двух уродов. И Авакова, и Коломойского. Я считаю, что там еще несколько фамилий должны появиться. В первую очередь Турчинов. В первую очередь Турчинов. Еще чуть-чуть... И я думаю, что дойдет очередь и до Порошенко, если он не остановит это все.